Всем привет! В предыдущем ролике я показывала, как я обрезала листики вот у этого растенца, моего маленького росточка красулы. И сказала, что это будет актриса, на примере которой, то есть я буду снимать все действия с ней до того, как она вырастет, превратится нечто похожее на большое могучее дерево, но низенького роста. Так как я не имею возможности выращивать огромные деревья у себя в квартире, это будет, ну, не знаю, сантиметров 30 от силы высотой вместе с кроной и даже, наверное, вместе с горшком, что-то такое вот, не очень большое. Но принципы формирования, весь уход, он справедлив для растений любого размера. Что вы гигантскую выращиваете у себя дома, что вот такую маленькую, может быть, вообще не хотите, чтобы она росла вот дальше вот такого вида, тогда не надо ее пересаживать в плошку. Она сидела у меня в маленьком горшочке, совсем-совсем маленьком, зимовала в нем, стояла на подоконнике, и поэтому, вы видите, она, ну, практически не выросла. Она еще не пустилась в рост после зимы и после той обрезки. Я решила ее пересадить в большую емкость, чтобы, ну, не растягивать процесс этот на долгие годы. Надо, чтобы она не пропустила сезон, пусть растет вот в этом контейнере. Я специально выбрала такой контейнер, горизонтальный, плоский, широкий, чтобы растение в конечном итоге не было высоким. Так как растения вообще, ну, оценивают, так сказать, объем, в котором они растут. И в меньшем горшке они будут меньшего размера, чем в большем. И также имеет значение высота горшка. Если бы я взяла обычный стакан, вот как, ну, продается в магазине обычный цветочный горшок, у которого диаметр, ну, чуть меньше или равняется его высоте, то это был бы один вариант. А вот это, я выбрала этот, потому что, я уже говорила, мне не нужно, чтобы это растение было большим. Я проделала в нем отверстие, у него нету дна, вернее, дно есть, там нет отверстий на дне, но есть отверстия сбоку, по бокам. Вот, оно все перфорированное, эти отверстия со всех сторон, чтобы корневая система дышала. Тем более толстянки очень не любят, когда их топят в воде, прям болото им устраивать совершенно не нужно. Здесь очень рыхлый субстрат, я сама его смешала. Это вот синяя глина из кошачьего наполнителя для кошачьих туалетов. А потом здесь есть, да, извините, здесь есть угольки небольшие, золы чуть-чуть. Есть немного гумуса, песок и обычная земля, торфяной грунт из пакета, из супермаркета. Это растение у меня сейчас живет на юго-восточном окне. Надеюсь, оно скоро пойдет уже, начнет расти. Вот могут, у вас могут возникнуть вопросы, как же так, вы хотите могучее растение, но выбрали маленький, вернее, низкий горшок, низкую плошку такую. Дело в том, что объем вот этой плошки где-то 0,5 или 0,7 литра. Это, ну, примерно как горшок 9 сантиметров в диаметре обычный. То есть объем земли тот же, корневая система будет иметь ту же массу, но она будет ориентирована в горизонте, горизонтально. У нее будут корни располагаться во все стороны, вот так вот, в плоскости. И междоузлия, вот эти расстояния вот между вот эти сегменты толстянки, тоже будут небольшими, вот такими вот маленькими.
И она будет как бы медленнее расти в рост. Но это никак не повлияет на то, чтобы у нее не было листьев. Наоборот, у нее чем больше корней в стороны растет и больше они ветвятся, тем больше будет веток горизонтальных и мельче будут листья. Когда корни маленькие, листья тоже маленькие. А к тому же перфорация здесь, в этом горшке, она двойного назначения для дыхания, для вентиляции. И еще когда корешки, я не буду ее пересаживать, не знаю, долго, потому что сама по себе корневая у толстянок не очень большая, она, ну, такая компактная, и ей, честно говоря, не нужны большие горшки больших объемов. Но как только корешочки начнут выходить вот из этих отверстий, здесь же нет воды, нет влаги, и они, ну, будут либо отсыхать, либо их можно будет отщипывать или отстригать, чтобы они ветвились внутри, там, разветвлялись внутри, в почве. И таким образом мы получим такую широкую, добротную, мочковатую корневую систему, что как раз и влияет на вот внешний вид ветвей и листьев. Вот, собственно, все пока о нем. Так как еще это не пошло в рост, я просто хотела показать вам и сказать, что я не забыла, что я растение живое, вот оно стремится быть вам полезным. И сейчас вот так выглядит. Где-то, ну, через несколько месяцев, когда будет что обрезать, я, конечно, сниму еще один ролик, и, конечно же, вы это все увидите, если подпишетесь, нажмете на колокольчик. До встречи летом!